Опять мы не знаем, что делать. И даже спросить у кого. Какая-то новая нечисть меняет нам жизнь глубоко. Надеюсь, природа нас учит, чтоб стали слегка мы умней. Надеюсь, что это не люди, те часто намного страшней. Намного страшнее болезней, страшнее вулканов, камней. Страшнее пожаров и смерчей, намного страшнее зверей. Кто может живьем сдирать кожу, иголки под ногти вгонять, выламывать руки и ноги, горящую ставить печать? Кто может живого в могилу, кто может сжигать на костре? Кто может растягивать жилы, варить на несильном огне? Кто может топить или вешать, распиливать ржавой пилой? Конечно же, все это люди, не звери, не кто-то иной. И это я вам перечислил лишь малую часть из того, чему научились земляне за годы житья своего. Ни звери к тому не способны, ни вирусы, ни катаклизм. Одни человекоподобны, а не какой-нибудь изм. Поэтому, если не люди придумали эту болезнь, то, можно сказать, повезло нам. Мы справимся с ней без проблем. К этому стиху имеется еще и постскриптум. Тревогу вызывает будущее мира. Но хорошо, что нет пути назад. Ведь если впереди всего коронавирус, то в спину печи Бухенвальда нам глядят.